Дорогие друзья, это вот разговор. Я даже не знаю, я не буду запикивать сейчас то, что эти, так сказать, люди позволяют себе сегодня целый день делать в ответ на то, что опубликован мой телефон в этом сайте Миротворит. Значит, это уровень всех тех, кто это поддерживает. И поэтому, извините, вот как было, так вот, собственно, и слушайте. Но что я хочу сказать. Никого никогда нельзя этим запугать. Что невозможно человеку, возможно Богу. Если я с Богом, то кто против меня? Бедные, несчастные, вот эти вот люди. Ребят, не тратьте свое время, меня, ни моего мужа, ни всех, кто нас поддерживает. Это не остановит и не запугает. Еще раз, я плохо слышу. Вы есть на сайте Миротворец. Ваши адреса слиты. Так что делать? Муравью приделать. Понятно. Как у вас, да. У Бога все с лексикой. Видно, образование подкачало, мальчики, да? А у вас все заходит. Бедные вы несчастные люди. Честное слово. Российского Все? Или еще будет какая-то информация? Конечно. Ну давайте, давайте. Что еще? Да. Что еще? Что еще убогий ум может произвести на свет, кроме такого совершенно нищелина раздельного мычания? Сначала.